Добрый день! Сегодня посмотрим с вами мотоботы CD Tour Rain. Два ботинка в комплекте, как ни странно, да? Однажды один покупатель рассказывал, что ему с сайта FC Moto прислали в коробке один ботинок. Так что вроде как шутки, а на самом деле. Итак, это ботинки такого для повседневной езды и для, скорее всего, для туризма, да, такого плана. То есть мы для спорта они ну, не совсем подходят, да. То есть нету тут накладок, нету мощной защиты. Вот. Значит, ботинки с влагозащищенной подкладкой. Поэтому небольшой дождь они будут выдерживать. По защите. Значит, вот здесь они очень плотные. Вот прям я... И мне носок подошву не согнуть. То есть она очень жесткая такая, высокая, ну, относительно. У меня были, например, тоже ботинки CD, только спортивного типа, и подошва была тоньше, и там проблема была в том, что через год мне уже пришлось там менять вставки, я так протер эту подошву. Здесь такого не будет, она достаточно толстая. Вот, здесь такие вот выступы, ну, на правом ботинке непонятно для чего сделаны, а вот на левом для того, чтобы был легче зацеп за лапку переключения передач и чтобы ботинок не скользил по этой лапке. Так, ну, защита, да, я сказал, носок укреплен. Здесь зад тоже укрепление. Вставки защитные на косточках. И, ну, ботинок, смотрите, он сгибается. То есть если сравнивать, например, со спортивными ботами, у спортивных бот такого не будет. Вот здесь это все-таки туристическая обувь, и такой вот максимальной жесткости здесь не добиваются, да, производители. Молния UKK, топовая, лучшая. Ну, застегивается таким вот образом. И хорошо, что молния закрыта накладкой, потому что грязь туда не будет набиваться, она всегда будет у вас чистенькая, всегда будет хорошо работать. Вот. Ну, вот здесь еще такие плотные вставки. В целом, это что, светоотражающие вставки, здесь светоотражающие вставки. В целом ботинки выглядят очень добротно, сделаны качественно, все швы такие ровненькие, аккуратненькие. Ну, что могу сказать, итальянцы умеют делать обувь, а CD это признанный один из мировых лидеров по производству ботинок для мотоциклистов и для велосипедистов они делают обувь. Значит, эта модель идет размер в размер. Вот, то есть вот это, например, вот это 45-й размер, он так и соответствует вот этому 45-му стандартному нашему размеру. Ну, в комплекте здесь инструкция, как ухаживать за обувью, наклеечки фирмы CD. То есть если вам нужны ботинки для такого, для повседневной езды по городу или там для путешествий, то в качестве приобретения можно смело рассматривать вот эту модель. Все, всем спасибо, всем пока.